специально для того, чтобы принять участие в субботнике и проинспектировать объекты, выполненные в рамках партпроекта «Городская среда», приехал в Канск депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Новиков. Наш парк произвел на него неоднозначное впечатление. С одной стороны, я, конечно, рад, что нам удалось начать здесь определенную работу, потому что я знаю, что это одно из любимых мест жителей города для отдыха. Но с другой стороны, у меня здесь возникла масса сомнений, целесообразности вот этого вот проекта, который здесь реализован. Например, не всем понимаю, вот дорожка, судя по всему, на которой нужно кататься на роликовых коньках, которая вон там вот прерывается, и каким образом нужно перейти туда. Ширина ее меня вызывает сомнения, потому что два человека не разъедутся. Отсутствие каких-то малых архитектурных форм, я имею в виду лавочки, еще что-то. То есть я не всем понимаю, вот сейчас что вообще с этим можно сделать. Не все получилось в рамках первого этапа федеральной программы. Но работа будет продолжена, заверил представитель Канска в Законодательном собрании края Артур Макартычан. Зато сегодня прекрасный субботник, звучит музыка. Это вот настоящий субботник, она мне напоминает детство. Поэтому нужно проводить субботники чаще, и тогда и парк станет чище. Чистота, конечно, залог здоровья, но важно и иметь здоровое отношение к имуществу, считают краевые парламентарии. До сих пор остается открытым вопрос, кто будет следить за парком. Включат ли уборку этого общественного пространства в муниципальное задание? Кто возьмет парк на свой баланс?